На рейде Хаттонге нет пассажирских судов. Сюда они приходят редко. Крайний север – край суровый. Зато грузовые корабли стоят у всех причалов. На всю долгую зиму запасается Заполярье всем необходимым. Рудольф Иванович Глуханьков, капитан. Плавал он и в теплых морях. Видывал разные страны, когда ходил простым матросом на морских судах. Но якорь свой надолго бросил здесь, в далеком северном порту Хаттонга. Вот уже много лет Глуханьков и его экипаж выполняют будничную, но очень важную и нужную работу. Буксир. Но не обойтись без его помощи и огромному сухогрузу и тяжелой барже. А для капитана это родной дом. Ведь они вместе уже четверть века. Маленький буксир под названием «Полюс» и его капитан Рудольф Иванович Глуханьков.